конечно, огромное спасибо членам Совета Федерации, нашим сенаторам за то, что они выслушали и наши представленные доклады от нашей области, от нашего города по международному сотрудничеству. Конечно, были высказаны слова одобрения нашей международной деятельности. И при этом, что касается нашей инициативы по устранению пробелов в международном сотрудничестве именно муниципалитетов, в том числе экономическом сотрудничестве муниципалитетов, сама идея устранения таких пробелов, сама инициатива была одобрена. Конечно, дальше нужно в рабочем порядке дорабатывать текст законопроекта для того, чтобы мы могли в установленных четких рамках работать над привлечением инвестиций уже и малого, и среднего бизнеса из других стран на территории нашего города.